Как меня пытались развести, купить айфон на $400 дороже. Мы пошли по магазинам в поисках 14 Pro Max на терабайт. Да, на какие траты только не пойдешь, чтобы радовать тебя лучшим качеством. Приходим мы в технодом, и к нам подходит продавец, с которым мы обрисовываем наши потребности. В наличии таких айфонов нет, но я могу взять ваш номер, чтобы позвонить, когда они придут. Сказал он нам. О, отлично, подумали мы. Только вам всего лишь нужно будет оплатить внутреннюю страховку технодома. Странно, но мы ведь берем его не в кредит. Я не придал этому большое значение и подумал, что откажусь от страховки, когда придем его забирать. Он нам звонит, мы снимаем деньги и радостно бежим в магазин. Ваш телефон на складе, вам нужно его оплатить, а потом вы с чеком придете его забирать. Хорошо, но только мне не нужна ваша внутренняя страховка. Но вы же понимаете, таких телефонов мало. Без страховки я не могу вам его заказать. Цена страховки 200 тысяч тенге. $400. Ну или 26 тысяч рублей. Как тебе комфортнее? С чувством того, что ко мне пытались залезть в карман, с крайне плохим настроением, мы ушли домой без телефона.